Здравствуйте. Сегодня мы вновь с головой погрузимся в подземелье Даск. И на этот раз это шахты. Но благо этот уровень довольно короткий и очень веселый. Итак, для начала расстреляем здесь начальных ребят. И вот этого тоже. Далее нам понадобится эта канистра. Я сказал, понадобится канистра. Для того, чтобы взорвать вот эту вот стену с трещинами и открыть наш первый секрет. И если сделать заплыв вот здесь, то мы возьмем здоровье и мыло, которое нам здесь пригодится больше, чем обычно, потому что на этом уровне надо следить за патронами, разумеется, если играть с чистого старта. Не так много, но все же. И мы оставим это мыло вот здесь, потом объясню почему. А пока возьмем вот этот вот супер дробовик, простите, двустволку. Женя, это для тебя. И проходим дальше. Убиваем вот эту вот нечисть. Нажимаем переключатель, и сейчас будет страшно. Далее идем сюда, убиваем этих двух культистов. Здесь еще нечисть появляется. Надо же, ты жив еще. Больше нет. Значит, забираем здесь автомат. И можем сделать заплыв вот в этой луже. Чтобы открыть наш последний секрет. И идем вот в эту дверь. Расстреливаем этих двух ребят. И вот здесь вот, если зайти в тот угол за патронами, то из-за стены выйдут два бензопильщика. Я обычно люблю поступать с ними вот таким вот образом. Чисто и быстро. Еще немного? Отлично. Забираем желтый ключ. Здесь открывается стена с несколькими культистами и бензопильщиками. Только бензопильщик остался. Остальные культисты вот здесь. И сейчас вы узнаете, зачем я оставил здесь мыло. Дело в том, что когда мы откроем желтую дверь, неожиданно обнаружим, что это ловушка. Поэтому мы берем этот кусок мыла, кидаем в этого чувака. А потом вот в этого чувака. Но этого мы просто расстреляем. И видим, что они нам оставили красный ключ. Поэтому хватаем его. Открываем красную дверь. И видим вот это вот неоднозначное место. И когда мы возьмем вот эти вот предметы, получится вот это. Потом надо будет нажать вот этот переключатель. Появится два вот этих вот чувака. У меня же оставалось... Да. Так, ну это должно быть все. Да, так и есть. Сейчас, секундочку. И да, я ждал, пока этот таинственный голос меня похвалит. Да, как я уже говорил, это прошло довольно быстро и весело. Даск не будет нас, к счастью, утомлять такими узкими коридорами, клаустрофобическими, это так. Временный аттракцион. Тем более, что следующий уровень снова пройдет на открытой местности, и он жутко веселый. Поэтому оставайтесь на связи и... Всего доброго!